Раньше я крутил романы на работе в ресторанах. Только мир сошел с ума, похоже. И за чудные мгновения выдвигают обвинения в домогательствах, о боже. Не пойму, как не пытаюсь, почему я домогаюсь. Даже просто руку ей целуя, как теперь не женщине общаться с женщиной? Не пойму я. Ах, дала жизнь трещину при виде женщины. Я пасую. Знаки вашего внимания иногда пардон за гранью, и от них не спрятаться, не скрыться. Как же нам определиться, где та грань и та граница, и когда пора жениться? С этим запросто у нас, если что, не в суд, а в ЗАГС. Уж там, дружок, не обижайся. И всю жизнь женщиной, любимой женщиной, восхищайся. Ах, какая женщина, какая женщина! Домогайся. Но признаюсь вам, девчата, независимость чревата, как бы с нею не перестараться. Не пришлось бы нам самим перепуганных мужчин, извините, домогаться. Да простит нас слабый пол, но рыбалка и футбол безопасны в нашем бурном веке. И теперь все женщины для нас не женщины, а коллеги. Все, с кем мы не вечны, для нас женщины, а коллеги. Дома или в ресторане, на работе, на экране, надо бы нам, братцы, постараться позабыть футбол и пиво и ухаживать красиво. А пардон, не домогаться. Существует не напрасно сильный пол и пол прекрасный. Восхищаться есть у нас причины. Ах, какие женщины, какие женщины! Ах, мужчины! Ах, какие женщины!